Всем привет, это программа «В теме» и с вами я, Анастасия Жукова. Прошедшая неделя закончилась для большинства туликов весьма неожиданно. Алексей Дюмин назначил себе в советники, и кого бы вы думали? Экс-главой региона Владимира Груздева. Что сказать, видимо, меньше 2 месяцев хватает для того, чтобы выйти из декрета. Фраза «как быстро растут дети» приобретает политический оттенок. Многие оценивают данное решение Дюмина как слабое, другие же предпочитают думать, что традиции преемственности сегодня как никогда в тренде. Но давайте с вами порассуждаем. Если Владимир Сергеевич был хорошим губернатором, то зачем его надо было убирать? А ну, щенок, в сторону, шел отсюда! Если был плохим, то зачем сейчас приглашать опять на работу в Тульскую область? А если действительно уходил воспитывать детей? Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу, отправляйтесь на дежу. То почему так быстро возвращается в работу? Возможно, такое назначение могло бы обезопасить экс-губернатора. Так это ж доцент! Здорово! Но только лишь с дальнейшим переходом на более тепленькое место, например, в Совет Федерации. Ну а что, по всем требованиям проходит и вполне успешно мог бы избраться. Давайте вспомним, ведь Владимир Владимирович обещал подобрать для Груздева место, соответствующее его квалификации и опыту. Неужели опыта Груздева хватает только для должности советника? Помнится, некогда Владимир Сергеевич отказывался и от более высоких должностей. Теперь остается ждать его появления или не появления на Тульской земле. То, в какой роли он предстанет на этот раз, позволит делать выводы насчет будущего экс-губернатора. Давайте не забывать, что если Владимир Сергеевич начнет работать, то он будет активен. Ну просто потому, что по-другому он не умеет. А это сейчас мало кому необходимо.